страшно. Помнишь «Грозовые ворота»? Помнишь, там был Старлейд, который молодой всех повел в бой и в итоге всех проебал? Да. Ты знаешь, это вот просто про нас, это шестой полк. Просто почти всех проебать за пару мгновений. Ты знаешь, что у России, да, кроме этого ебаного ядерного оружия, нихуя больше нету, блядь. Кроме авиации и этой ебучей ядерной бомбы, нихуя больше нет. Ничего мы не можем сделать, потому что армия долбоебов ебаных, блядь. Ты знаешь, что больше половины здесь, блядь, оружие раскладывают, блядь. Их, сука, по трибунал пусть долбоебы, блядь. Они зачем говорят, раскладывают оружие? Они говорят, мы не знаем, за что мы воюем, блядь. Мы не хотим умирать. Ты не представляешь, сколько танковых рот, блядь, отказалось ехать. У них танки все подбитые, перебитые, блядь. Нихуя не могут они, потому что они, блядь, просто... Блять, они все с Чечни, блядь, все с Афганистана, они нихуя, они все переделаны, они не стреляют даже почти что, блядь. У нас старшина пидорас ебаный, он, сука, отказался ехать, а у него целый КамАЗ сухпаев. Мы сухпай на 10 Понятно. Человек сидели, блядь, один сухпай. Мы ели по ложке. Прошел тут слушок один, что мы скоро поедем обратно, но если нам скажут, езжайте обратно в Украину, я не поеду. Я тебя лучше в тюрьму посажу. Да, я лучше сяду, я себе ногу сам прострелю, блядь, с автомата, чем я поеду сюда больше. Ты же видел, да, вот эту спецоперацию, это то, что на наших отправляют для ДНР и ЛНР? Да. Какого хуя я сейчас под Киевом, блядь? Свободный широкий бой! Свободный широкий бой! И не крой грудь! И не крой грудь! Сдали вам у перегон! Сдали вам у перегон! Пошли ебуть! Мост!